Всем привет! С вами канал «Очень вкусная еда» и я Игорь Фольк. Сегодня я буду делать суп. Многие назвали бы это суп-харчо, но я не берусь это так делать, так как в моем супе не используются некоторые компоненты, которые есть именно в традиционном рецепте этого великолепного супа. Поэтому я назову этот суп просто острый говяжий суп с рисом. Вот. Этот рецепт тоже имеет свое право на жизнь, мне он очень нравится. Вот этот рецепт часто встречается в регионах Украины, Юга России. Вот. И хотелось бы предложить вашему вниманию именно такой рецепт острого говяжьего супа с рисом. Ну и начнем мы, как говорится, с приготовления бульона из говядины. Итак, первая часть — это мы варим мясной бульон. Мы используем говядину, грудинку, лавровый листик и перец горошком. Итак, берем нашу говядинку. Разрезаем. Многие варят мясо цельным куском. Я это не очень люблю. В некоторых супах, когда используется кость, это имеет смысл. Итак, мы начинаем варить наш бульончик. Воды должно быть чуть больше половины, но каждый сам для себя подбирает именно то количество, с которым он привык работать. Ложим нашу говядинку, кидаем наш лавровый лист и перец горошком. Варим наш бульон. Итак, наш бульон уже почти готов, и мы скоро приступим к зажарочке. Остальная часть продуктов, которые мы будем использовать, это лук, чеснок, рис. Я беру вот такой вот перчик зеленый. Вообще, такой суп, перец в зажарке не участвует, но мне нравится, я люблю. Вот. Идет кинза. Острый перчик, хмели-сунели, красный перец сладкий и немножко острого перца. А также я использую помидорчики. Вот. Ну и, конечно, зелень мы будем использовать. Наш бульончик практически готов. Мясо сварилось. Итак, делаем заправочку. Берем обычное подсолнечное масло. Сперва лук. Я взял 3 небольших лука. Лук должен поджариться до слегка карамельного цвета. Добавляю перчик. Опять хочу напомнить, это не классический харчо. Это острый говяжий суп с рисом. И вот теперь, именно в этот момент, идут наши томаты, помидоры. Я взял обычных 2 помидора, замочил их кипятком, снял шкуру и порезал. Берем для цвета красную сладкую паприку. Вот
Да, пожалуй, все. Немного кинзы. Мели сумели. Немного идет петрушки. Опять же хочу добавить, это не классический харчо. Сейчас мы сделаем очень-очень интересную вещь. Пускай мясо немножко протушится в этом соусе. Как наше мясо, оно сейчас пропиталось ароматом наших специй, заправки, которая здесь была. И что мы делаем? Мы ставим чуть меньше огонь и меняем местами. Туда идет наш супик. Наше мясо, заправочка, и тут назад в кастрюлю. Закипание. Мы еще добавим немножко специй. Добавлю чуть-чуть кинзы. Ждем, когда сварится рис. Уже готов, и мы добавляем чесночок. Это 3-4 зубка. Теперь мы добавим немного остроты. Каждый по вкусу. Итак, пробуем наш острый говяжий суп с рисом. Но вкусное сочетание пряного и острого аромата.
Сейчас пробуем мясо. Очень вкусная еда. Если вам понравился мой рецепт, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на мой канал «Очень вкусная еда». Она действительно вкусная. И вы сможете получать каждую неделю новые рецепты. Ну а на сегодня все. Желаю вам приятного аппетита и всего хорошего. Пока!